Готовятся к Олимпиаде. Российские таможенники в период проведения Олимпийских игр в Сочи планируют работать напряженно, а главное – незаметно. Какие современные технологии помогают специалистам справляться с работой оперативно и качественно, можно было увидеть на специализированной выставке и обсудить современные достижения на международной конференции «Сочи-2014. Новые направления взаимодействия таможни и бизнеса». Что интересного узнали приднестровские сотрудники Государственного таможенного комитета, расскажет Олег Барышев. Все нововведения в центре внимания специалистов таможенных служб разных государств. Международная конференция объединила членов Таможенного союза и других зарубежных стран, представителей Всемирной таможенной организации, деловых кругов и спортивной общественности. И всем участникам встречи было интересно, как готовятся таможенные органы России к Олимпийским зимним играм. Много незаметной работы. Еще раз хочу сказать, мы надеемся, что работа таможенных органов во время проведения Олимпийских игр будет незамечена и участниками, и гостями рынка. Федеральной таможенной службой разработан комплекс мер, направленных на создание оптимальных условий для обеспечения пропуска через границу. Опыт российских коллег заинтересовал представителей Приднестровской таможенной службы, и не случайно. Личному составу ГТК часто приходится работать в условиях цейтнота на границе из-за сезонных пробок. И тогда, когда в республике или в сопредельных странах проводятся масштабные мероприятия, а значит, увеличивается поток транспорта. Обсуждались вопросы соотношения скорости осуществления таможенных процедур и качества. А также был выдвинут очень интересный термин, свидетельствующий о том, что работа таможенных органов должна строиться незаметно. Это очень важно. И я думаю, что мы возьмем на вооружение те посылы, которые были сделаны сегодня нашими российскими коллегами, для того, чтобы мы могли внедрить через определенные информационные технологии, правовые механизмы, вот этот принцип, который послужит ускорению, улучшению и повышению качества таможенных процедур. Наработки российских коллег будут тщательно проанализированы специалистами ГТК ПМР и внедрены с учетом региональных условий. Олег Барышев, Игорь Донченко, Первый Приднестровский телеканал.